Друзья мои, приветствую вас. С вами Евгения Таро, сайт MagExpert.org. Сегодня будет очень коротюсенькое видео, я надеюсь, что я не впаду в болтологию, как обычно, и запишу все достаточно лаконично и коротко. Это видео связано с теми комментариями, которые я получила к гороскопу Таро по восточному календарю и к календарю Ленорман на январь. Дело в том, что в этих видео я допустила ошибки, я оговорилась. В гороскопе Таро по восточному я сказала, что мой друг, точнее мой знакомый, не собака, а обезьяна. Но я надеюсь, что понятно, да, что сейчас год обезьяны начинается. И очень много я повторяла слово обезьяна, обезьяна, обезьяна. И поэтому, друзья, я и здесь допустила эту оговорку. Конечно же, он петух. И об этом я написала в комментариях. Будьте, пожалуйста, внимательны. И прежде чем писать комментарии с указанием на эту ошибку, прочитайте перед этим предыдущие комментарии. То же самое касается и календаря Ленорман на январь. Дело в том, что перед этим я записывала гороскоп на февраль, и, соответственно, в календаре на январь я два раза допустила оговорку, сказав 4 февраля и 11 февраля. В этом случае тоже несколько человек мне указали на эту ошибку. В этом видео я просто хотела сказать, что не нужно писать эти комментарии, я видела эти ошибки, и они не критичны. То есть это те ошибки, на которые можно было бы и закрыть глаза, не пытаться в эти ошибки меня тыкнуть носиком. Но я понимаю, что у многих людей очень сильное самовыражение в их карте рождения, и они не могут промолчать. Ну, это такая особенность характера, с этим ничего не поделаешь. Другое дело, что за эту особенность характера я обычно отправляю людей в бан, особенно если комментарий написан в не очень вежливой форме. Теперь давайте я объясню вообще сам процесс, как записывается видео, чтобы вы понимали, почему допускаются такие ошибки и почему не всегда корректно на эти ошибки указывать. Дело в том, что съемка видео для YouTube — это, конечно же, очень захватывающий, очень увлекательный процесс, но при этом довольно сложный, и сложный прежде всего технически. И в чем сложность? Во-первых, помещение, в котором записывается видео. Я думаю, что все вы слышите, что я сижу не в бункере, не в звукоизолированной камере и не на студии звукозаписи. И вокруг меня постоянно идут какие-то шумы. То машины ездят, то в соседней комнате кто-то разговаривает, то телевизор какой-то работает, то там еще какие-то шумы, кто-то тарахтит, кто-то там по батареям стучит, кто-то дрелью работает в соседней квартире и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот таких отвлекающих моментов в процессе съемки видео достаточно много. Поэтому я чаще всего стараюсь снимать видео ночью, когда все люди спят. Но сами понимаете, что такая съемка тоже достаточно сложная. Кроме того, что внешних отвлекающих факторов достаточно много, которые сбивают с мысли, они очень сильно отвлекают, поверьте. Очень трудно бывает сосредоточиться на процессе видеозаписи и контролировать свои мысли, то, что ты говоришь. Так еще нужно контролировать и то, что происходит во время записи, да? То есть нужно контролировать то, что происходит на экране, что попадает в кадр, что не попадает в кадр. Также нужно контролировать, сколько времени я записываю видео, не слишком ли оно длинное, не слишком ли оно короткое. Также нужно контролировать и карту памяти, все ли поместится, что я хочу сказать, на карту памяти. И, конечно же, батарея фотокамеры, которая достаточно быстро разряжается, поскольку фотокамера не менялась мною с тех пор, как я начала записывать видео для YouTube. То есть это достаточно старенькая камера, судя по тому, что первые видео в 2011 году вышли, а сейчас, на минуточку, 2016 год. Я планирую, конечно же, в ближайшее время сменить камеру, но пока еще в процессе выбора. Подбираю, что же лучше. Может быть, вы в комментариях как раз-таки поделитесь со мной своим опытом, если он у вас есть. Какие камеры наиболее качественные, какие камеры действительно делают красивую картинку. Я прислушаюсь к этим советам обязательно. Также, помимо того, что приходится технические моменты контролировать, вы наверняка заметили, что я не имею сценария. Я не читаю текст, заранее написанный. А вот пишу так, как идет. Поэтому у меня много импровизаций, у меня много каких-то выражений, которые я обычно употребляю в такой вот обыденной жизни.
Я много вставляю каких-то словечек интересных, каких-то фраз из фильмов, из песен. И наверняка вы слышали от актеров, что импровизация — это самое сложное в театре. Иногда приходится переписывать видео по нескольку раз, пока добьешься именно того результата, который тебе кажется, ну, достаточно приемлемым. И это особенно сложно для тех людей, которые по своей природе перфекционисты. А я перфекционист. Мне хочется, чтобы вот все было прям на 100%. Так, какие там 100%? 150 давайте, а лучше 210. То есть я придерживаюсь всегда правила ДБЧО. Дай больше, чем ожидаю. Как говорил великий Алекс Яновский в своих видеоуроках. После того, как видео записано, идет еще и видеомонтаж. Приходится вырезать какие-то ляпы, какие-то оговорки, компоновать видео, нарезать видео, добавлять какие-то спецэффекты, может быть, там, переходики, подписи. И вот представьте, когда вы уже все записали, уже карты сложили, уже ведется монтаж этого видео, и вы здесь в процессе монтажа обнаруживаете, что где-то там оговорились, допустили какую-то ошибку, какой-то ляп. Поверьте мне, переписывать заново — это не для слабонервных. А я слабонервный человек в этом плане. Мне переписывать заново — о, легче застрелиться. Хотя, бывает, переписываю. И даже после того, как видео уже готово и опубликовано на канале еще нужно сделать описание к этому видео, хотя бы коротенькое. Может быть, добавить какие-то теги. Иногда приходится добавлять какие-то сноски или тайм-коды. А все это время, все это силы, энергия. И даже самый увлеченный человек иной раз утомляется от такой работы. Поэтому я очень надеюсь, что теперь, когда вы знаете, как записывается видео, в принципе, вы можете сравнить мои видео с другими каналами, и вы обратите внимание на то, что большинство пишут либо на веб-камеру, что не всегда качественную картинку выдает. Плюс многие не прибегают к монтажу последующему, то есть не вырезают свои какие-то ляпы, оговорки, паузы, эканье, бэканье и междометия, какие-то слова-паразиты. Я стараюсь это все-таки делать, чтобы для вас продукт был максимально комфортным. Но идеально вылизать картинку, сами понимаете, не всегда удается. И теперь, когда вы знаете, как записывается каждое видео, что это очень тяжелый труд на самом деле, да, увлекательный, интересный, как я уже сказала, но очень сложный. Так вот, я теперь надеюсь на вашу лояльность, на ваше понимание, на то, что вы будете указывать на ошибки, но максимально корректно. И давайте договоримся с вами так, что критику я с удовольствием принимаю, если она корректная, если она конструктивная и дана людьми, у которых у самих достаточно успешные каналы на YouTube, то есть они имеют какой-то вес, авторитет в своем мнении. Либо я эту критику не принимаю, и вплоть до того, что могу человека отправить в безвозвратный бан. То есть если вы не хотите оказаться в бане, или не хотите оказаться посланным мною в баню, то, пожалуйста, подумайте несколько раз, прежде чем сформулировать критическое замечание, и прочитайте комментарии, которые написали до вас. Возможно, уже эти критические замечания были сделаны, и мою реакцию уже получили. Ну что ж, друзья, на этом я буду, пожалуй, заканчивать этот видеосюжет. Надеюсь, я этим видео никого не разочаровала, никого не обидела, и что информация, которую я предоставила, была для вас полезна. Возможно, вы тоже когда-нибудь захотите снимать видео и открыть свой канал на YouTube. И то, что я вам сейчас немножечко так приоткрыла, будет для вас подспорьем, как для новичков. А на этом все. Не прощаюсь, как обычно. До встречи в следующем видеосюжете. А пока-пока. Всего вам доброго.